Джин Монтгомери – современная американская писательница, автор книги для подростков и взрослых «Ищи на диком берегу». О произведении расскажет руководитель студии творчества и развития «Грация» Галина Сайгушева. Книга эта интересна тем, что она рассказывает о русских крепостях, о русских поселениях в Америке, на территории Аляски и Калифорнии. Если про Аляску так или иначе мы где-то слышали, видели в фильмах, что Аляска была потом продана, то про Калифорнию не знает, а мне кажется, совсем никто. А в Калифорнии были и русские крепости, были и русские компании, которые основали наши купцы, наши промышленники. История хранит в себе много интересных моментов, и в том числе об одном из них, вот о пребывании русских поселенцев на территории Соединенных Штатов, как мы сейчас называем это государство, рассказывает эта книга. Но книга не только повествует об исторических событиях, в книге рассказана судьба Захара Чеченова. В книге он назван Захар Петров. Это реальный персонаж, это реальный молодой человек, который по благодарственному письму от своего попечителя, купца Баранова, отправился в далекие берега Америки. Изначально его цель была найти отца, от которого долго не было вестей, который также уехал на заработки в Америку заниматься промышленной добычей морских котиков. От него долго не было вестей, и сын отправляется на поиски отца. То есть в этой книге и сюжетная линия, личная история человека, личные его переживания переплетены с историей нашей страны, с историей географических открытий, которые начались в конце 17 века и продолжились в 18. И, кстати, не случайно первая русская крепость, которая названа РОС, сокращенно Россией, была основана 10 августа 1812 года, именно в тот год, когда произошла великая победа в Отечественной войне, когда был изгнан Наполеон из России. Символично ли это? Возможно, да. Но книга, конечно, уводит нас на берега Калифорнии, на берега Аляски, переносит из севера России, из Архангельска, на вот эту суровую землю. В книге рассказано и о дружбе русских с местным населением, которые, в отличие от американцев, наоборот, старались развивать торговлю, добрые дружественные отношения. В отличие от американцев, которые вытесняли индейцев с своих земель, русские, наоборот, пытались вместе идти на охоту, вместе организовывать какие-то компании. И, кстати, отец главного героя берет в жены дочь индейского вождя. Много испытаний выпадает на судьбу главного персонажа. Они терпят крушение около берегов и вынуждены голодать, вынуждены заниматься очень сложной физической работой при обустройстве первых крепостей, потому что тогда же не было никаких инструментов, все это выполняется вручную. Война с испанцами, которые также претендовали на эти земли, и главный герой даже попадает в плен. Но история заканчивается все равно хорошо. Несмотря на все трудности, все лишения, испытания, сила характера, сила духа позволяет, точнее, помогает главному герою все-таки найти своего отца, разыскать его на берегах Калифорнии и счастливо восстановить свою семью. Мне бы хотелось зачитать один отрывок из этой книги, который передает самые тревожные моменты. Это уже в конце уже истории, когда наш главный герой попадает в плен к испанцам. Он попадает в плен не один, он попадает в плен со своим другом, индейцам, и вот вдвоем они вынуждены подчиняться воле испанцев. Среди ночи Захар проснулся от холода, от оцепенения и боли. Вокруг раздавался храп. Лошадь заржала, забрянчала уздечкой. Оранжевым глазом подмигивал сквозь тьму тлеющий костер. Невыносимо болели онемевшие руки, скрюченные за спиной. Щекой он ощущал твердо каменистый почву. Захар чуял воду где-то поблизости, но не было сил добраться до нее. Когда он перекатился на другой бок, руки захрустели под тяжестью собственного тела, но еще тяжелее давило ощущение полной безнадежности. И эту книгу можно прочитать и школьникам, и взрослым людям. Вообще она рассчитана на широкий круг читателей. Даже деткам я бы рекомендовала уже прочитать это произведение, потому что оно
том числе рассказывает об истории нашей страны. Джин Монтгомери «Ищи на диком берегу». Рекомендую к прочтению.